Приветствую вас на консультации по СММ на тему «Как создать контент-план». Я больше чем уверена, что многие из вас уже пробовали составлять этот документ или вы его постоянно составляете, но все-таки у вас возникли какие-то вопросы, на которые вы ищете свои ответы. Или же, или же эм, вы не знаете, как подступиться к этому документу, и каждый раз у вас что-то не идет с ним. Ну, то есть не составляется, не знаете, как это сделать. Вот в данной консультации мы с вами как раз поговорим немножечко расширенно об этом документе и затронем некоторые типы и форматы контента, чтобы вам было более понятно, как правильно составлять этот документ. То есть вообще, как с ним работать, что нужно с ним делать. И в этой же консультации на сайте вы можете скачать шаблон данного документа, чтобы потом вы самостоятельно могли уже с ним поработать и постоянно к нему прибегать как к рабочему инструменту. Но для начала я предлагаю, чтобы мы с вами вообще поговорили о том, что такое контент-план. Потому что с этого нужно начинать. Значит, контент-план ⁇ это ваш документ. Один из главных документов, который нужен для вашего продвижения. Что он из себя представляет? Это подробный график ваших публикаций для социальных сетей, сайтов, мессенджеров, телеграм-каналов, YouTube-каналов, неважно. И вот здесь я акцентирую ваше внимание о том, что этот график публикации, то есть контент-план, он составляется не только для социальных сетей. Это сводный такой документ, в котором вы должны указать э, всю тематику вашего контента, всю тематику ваших постов, время их выхода и, собственно говоря, дни, даты, когда вы хотите это делать. Другими словами, можно это назвать некий такой тайм-менеджер э, для выхода ваших информационных материалов. В таком документе вы наглядно видите ваш ежемесячный график публикаций или план на несколько месяцев вперед. Раньше, конечно, мы все время говорили, что контент-план хорошо составляет на целый год вперед. Но так как сейчас у нас в мире очень серьезная нестабильность, поэтому мы с вами говорим о том, что контент-план желательно составлять хотя бы на полгода вперед. Это для кого-то покажется, что это тоже очень большой срок, но э, действительно как минимум 3-4 месяца у вас должно быть составлено. Если вы на сегодняшний день умеете делать только на месяц, и это для вас кажется, что вот самый-самый потолок, то, что вы можете сделать, значит, вы не до конца понимаете, как работать с этим документом. Потому что поверьте... Э, всегда, когда я работаю со своими клиентами, когда мы перебираем все темы, которые вообще необходимо рассказать людям о вас или о вашем бизнесе, или о вашем деле, этих постов, этого материала хватает не то, что на год. Вот раньше, по крайней мере, у нас было как минимум на год. Обязательно этот материал у вас есть, просто вы не знаете, как к нему подойти и где его достать. Ваш контент-план, он будет помогать вам не теряться и каждый день не думать, чтобы вам такое опубликовать. Тем более, если вы являетесь занятым человеком, если у вас еще есть свой рабочий график, если у вас есть какие-то еще поездки, у вас выходные есть, время проведения с семьей. Естественно, нужно понимать, что вам публикации и работу с контентом, если нет команды и если вы не СММщик, вам нужно понимать, как распределить это рабочее время. Значит, если вы являетесь СММщиком щиком и лишь планируете работать по этой теме, тогда в любом случае у вас точно так же должен быть рабочий график. И в нем вы уже распределяете, собственно говоря, вот все ваши публикации. Частично, частично этот контент-план является вашим тоже рабочим графиком, потому что по нему вы видите, сколько вам нужно работать. Хотя в этом документе еще много есть всяких составляющих, которые вам будут помогать работать. Но по сути, как для СММщика, это действительно парочка, палочка-выручалочка, которой можно пользоваться, именно планировать свое рабочее время. В то же время и свое добавлю, и ваших клиентов. Значит, перед тем, как мы говорим с вами о том, что составляем контент-план и начинаем дальше работать, есть важный момент. Это вообще подготовка самого контента. Подготовка контента к составлению контент-плана. Есть два пути. Значит, первый, если у вас уже есть твои социальные сети, есть другие каналы коммуникации, которые вы ведете. И на данный момент вот вы сейчас стоите над работой, над новым своим контент-планом, да, то есть вы хотите понять, как его улучшить, значит вы делаете небольшую паузу, делаете такой стоп, и вам нужно провести... Давайте будете называть как угодно, кто на что будет способен. То есть или же диагностику, или же анализ, или же просто работу над ошибками. Значит, все то, что у вас уже было, нужно обязательно проанализировать. Нужно посмотреть, что работает, что не работает, и сделать какие-то выводы. И только на основании уже тех выводов которые вы провели или вы или вы заказали кому-нибудь профессиональную оценку своих страниц или каналов коммуникации только после этого вы начинаете работу над подготовкой контента и работу над новым документом контент-планом значит путь номер два если вы еще только начинаете у вас нет еще соцсети у вас нет еще, допустим, каких-то новых каналов коммуникации. Каналы коммуникации, я подразумеваю, это те же сайты ваши, те же различные мессенджеры, группы, YouTube-каналы, то есть любые другие еще формы, кроме социальных сетей. И если вы только где-то еще начинаете что-то вести, вот здесь мы с вами точно так же сначала готовимся. То есть самое главное в подготовке вашего контента ⁇ это попадание в интересы вашей целевой аудитории. Вы можете записать тысячу разных постов, выпустить 150 разных статей, которые будут интересны именно вам. Но если они не зайдут вашим подписчикам или вашим читателям, значит вы неэффективны. И в любом случае, перед любым продвижением, я говорю это всегда и буду повторять на всех своих консультациях, обязательно нужно исследовать свою целевую аудиторию. Проводить это, эти исследования лучше каждые 6 месяцев, как минимум, собирая потребности и интересы ваших клиентов. Но для своих клиентов я всегда учу делать такие исследования каждый день, каждый месяц. Эта работа должна поставлена быть на поток, то есть не через какое-то время. Вы же видите, да, что сейчас у нас вообще все меняется очень быстро. То же самое и влияние на людей, поведение людей точно так же меняется быстро. И все то, что происходит сейчас и то, что было вот 6 месяцев назад, вообще может быть уже кардинально разным временем и особенно важно для людей, с которыми вы работаете. Поэтому по-хорошему мы с целевой аудиторией работаем постоянно, изучаем ее постоянно. Это я вам просто обращаю внимание на то, насколько очень важно все-таки постоянно в любых продвижениях работать и обращать внимание на свою целевую аудиторию. В принципе, вы для нее все и делаете. Без вашей целевой аудитории вы не сможете ничего сделать эффективно и добиться каких-то результатов. Значит, по контенту. Если мы говорим кратко, понятно, что контент должен быть полезным. Должен быть конкретным, смысловым без воды. А почему мы говорим еще смысловым? Потому что э, все ваши материалы, вся ваша информация, она должна быть смысловая. Мы вообще работаем со смыслами. Вот все, что мы передаем людям, все, что вы будете дальше передавать людям э, через свои каналы коммуникации, это работа со смыслами. Если мы говорим вот так глобально, да, то есть. Потому что если мы отдаем информацию, которая вода водянистая, масло маслянистое, или же вы где-то это все переделываете, одно и то же пережевываете и отдаете опять это людям, это никому не интересно. Если же вы передаете информацию, которая всем общеизвестна, но для чего-то вам нужно ее повторить. Значит, в данном случае у вас должен быть какой-то смысл, почему вы это делаете. И желательно, чтобы этот смысл вы транслировали людям, чтобы они понимали, зачем вы им десятый раз разъясняете одно и то же. Я могу даже привести пример. На сайте, возможно, у вас люди не совсем понимают, что вам нужно только писать, только писать вот в сообщении и не звонить. К примеру, вот у вас такие условия. Да? Но э, телефон указан, потому что его нужно указать, например, в условиях договора. И вот люди все равно на сайте видят этот ваш телефон, они постоянно звонят к вам по всем вопросам, хотя на сайте может быть указано, что вот и форма, и большими буквами, что только пишите нам. Вас все равно набирают по телефону. Вот в данном случае вам 10 раз все равно придется рассказать людям о том, что им, придет, им нужно вам писать, а не звонить. Разными аргументациями, разными разъяснениями, почему важно так делать. Потому что вы, может быть, будете заняты, и вы только в определенное время принимаете письма и заявки. Неважно, у вас могут быть свои... Я знаю, что есть такие бизнесы, которые не могут принимать звонки. Они общаются только с клиентами по почте или по мессенджерам. Есть такие особенности именно работы. Поэтому... Там всегда, всегда вот сталкиваются с таким моментом, что люди звонят, люди не понимают, пока свою аудиторию этот бизнес не научит правильно общаться. Поэтому информация может быть повторяться одинаково, но разными словами, разными посылами. И опять-таки здесь мы каждый раз понимаем, какой смысл этой подачи информации. Поэтому вот я всегда точно тоже акцентирую ваше внимание о том, что мы говорим смыслами. Мы не говорим просто так, мы не идем просто так к людям на большую аудиторию. Следующий пункт, контент должен быть интересным и увлекательным. Конечно, особенно это касается социальных сетей, потому что мы всегда говорим о том, что люди идут туда отдыхать. Идут отдыхать, увидеть что-то интересное для себя, развлекательное, потому что, давайте говорить прямо, это не площадки для продаж. Это не интернет-магазины, это не маркетплейсы. И если вы пользуетесь такой возможностью, да, или вам социальные сети помогают все-таки продвигать ваши товары или услуги, то э, нужно все равно понимать, что это ваш дополнительные ваши особенности, дополнительные условия, которые вам предоставляют. Но основное это все-таки не продажи там своих товаров и услуг, поэтому нужно правильно подстраиваться под площадку каждую и правильно там транслировать свои предложения. Тут же давайте TikTok вспомним, да, то есть это все-таки более веселое, увеселительное видео и специфический контент нам должен быть для того, чтобы продвигаться. И если вы туда зайдете с какой-нибудь нудной лекцией, да, вот такой часовой, во-первых, вы ее туда не загрузите, и вам все равно нужно будет подстраиваться под тот формат, который имеется. А последним пунктом я вам указала, что контент должен быть желательно авторский и уникальный. Хотя на самом деле я скажу, что он обязательно таким должен быть. Если вы что-то будете воровать в плане контента у кого-то или переписывать, ну вот именно копипаст делать, да, копировать, естественно, рано или поздно могут возникнуть проблемы, и это уже будут кризисные ситуации, которые вам вообще не нужны. Учтите, что если вы будете постить, или писать только новости свои, да, то говорить только в текстах или в видео о новостях, то это тоже очень быстро надоедает. И обязательно нужно делать контент с разными тематиками, в разном формате. И, конечно же, я всегда рекомендую своим клиентам выкладывать больше вашего закулисья, так называется. Закулисье или бэкстейдж, то есть рабочие моменты какие-нибудь. Но, но, обращу ваше внимание на то, что это закулисье должно быть точно так же подготовленным. Вы не смотрите на обычных блогеров, это люди в основном интуитивно приходят к, подпи к большому количеству подписчиков. И... А вот когда уже ты становишься блогером миллионником, например, вот там и начинаются различные проблемы, потому что а, человек, а, да, он добился, но не все. Это сейчас уже все понимают, что блогерство это точно такая же работа, как и любая другая. Это и график должен быть, человек не может быть постоянно 24 на 7 в эфире. Ну, может, конечно, но это уже специальные передачи идут для этого, да? А если мы говорим о том, что это человек в обычной жизни, и он транслирует просто себя, то 24 на 7 нет. Если даже кто-то и пытался это делать, все равно рано или поздно вылазили какие-нибудь проблемы потом. Это скандалы, это ссоры в семье. И э, если где-то кто-то пытался что-то подготовленное сделать, э, спровоцировано специально, будем называть так, чтобы привлечь внимание к новым скандалам, то зачастую в большей степени все это происходило именно случайно и надо понимать, что люди которые будут вас смотреть давайте назовем это таким термином толпа да, толпа она беспощадна и многие вещи вам не будут прощаться. Поэтому, если вы уже будете знать свою целевую аудиторию, тогда, да, тогда даже если у вас будут какие-то фокапы, то есть ваши какие-то недочеты, сбои в вашей работе, будем назове, назовем это так, тогда э, ваша аудитория, если вы правильно уже понимаете, знаете, как это сгладить, тогда на это будут закрывать глаза. И если вы не понимаете, не знаете, с кем вы работаете, люди будут к вам беспощадны. Имейте это в виду. И а, еще раз я вам повторю, что когда мы говорим про ваши закулисья, особенно это касается бизнеса, здесь все должно быть продумано, продумано до мелочей. А, еще скажу почему. Потому что, опять-таки, по бизнесу мы всегда говорим о том, что нужно изучать своих конкурентов. И нетрудно догадаться, что вы как специалист или как персона или как бизнес тоже для кого-то являетесь конкурентом. И за вами в прямом смысле слова тоже наблюдают ваши конкуренты и тоже следят. Мы однозначно, когда открываем бизнес, когда пишем любой... Любую стратегию, любую операцию, вот все, что касается продвижения и выхода на рынок, да, когда вы завоевываете свою нишу, мы всегда говорим про работу с конкурентами. И точно так же, как вы изучаете своих конкурентов, точно так же изучают и вас, и держат в поле вашего внимания, своего внимания. Поэтому здесь нужно четко понимать что ваши закулисье будут видеть не только ваши подписчики, но и ваши конкуренты. И здесь нужно уже понимать, что должно попасть у вас в кадр, что нужно говорить, что не нужно говорить вам лично, вашим сотрудникам и так далее. Поэтому закулисья и бэкстейджи, то есть рабочие моменты ваши, они интересны, они нужны в подготовке контента но с ними точно так же нужно работать и готовиться, как и с любым другим контентом. Я могу еще сделать такую ремарку по поводу вот этого закулисья. Скажу вам так, что это все относится к различным потребностям людей. И точно так же, как мы с вами смотрим любые сериалы, любые фильмы, наблюдаем за историями сюжетами в жизни других людей. И точно так же у людей есть, ну, у многих, не у всех, но у многих людей еще с давних времен есть интерес там подглядывать за мощную скважину, да, то есть вот есть особенности таких потребностей, таких интересов у людей, поэтому всегда это будет вызывать некоторое внимание к вам и фокус, когда вы будете показывать такие моменты. Вот. Но самое главное, как я уже вам сказала, обязательно к этому готовьтесь и не пускайте это все на самотек. Мы с вами можем говорить еще о том, что в идеале контент-план должен опираться на вашу маркетинговую контент-стратегию, или же на SMM-стратегию, или же на PR-стратегию, ну, луч... ну хотя бы на вашу бизнес-стратегию. Потому что все любые другие стратегии, которые я перечислила, они исходят именно из вашей общей бизнес-стратегии. И для составления контент-плана должно быть понятно, какие результаты запланированы. То есть... К чему вы хотите прийти, в чем должен быть ваш эффект и в чем вы заинтересованы. Поэтому есть вот таких четыре пункта, которые мы не можем с вами обойти и не проговорить: значит, первое это цели. У вас должны быть понятные цели. Поэтому контент разрабатывается не хаотично. Вы не ставите все подряд, все, что вы только придумали, и все это вот как-то вывалили в этот график и просто распространили по разным дням. Нет. Ваш контент должен быть размещен согласно вашим поставленным целям. И об этом у меня есть на сайте отдельная консультация по SMM, то есть как ставить цели для SMM продвижения, потому что здесь нужно четко понимать, как это работает, потому что без целей у вас все равно будет хаос, который вы облечете именно в график публикации. Второй момент, который мы уже с вами проговорили, это целевая аудитория. Без нее без исследований целевой аудитории вы будете очень сложно продвигаться, и мы это можем назвать таким форматом пальцем в небо. То есть получилось хорошо, не получилось. Ну да, здесь ошибка, что будем с этим дальше делать. Опять-таки, претензии вы будете, можете предъявлять только себе. И если у вас работает команда людей, вы даете просто им свои задания, и люди не имеют понимания все-таки, кто целевая аудитория, как с ней работать, все равно это все будет пальцем в небо. Какими бы хорошими специалистами не были те люди, которых вы наняли на работу, вам нужно понимать, для кого вы планируете создавать эту информацию что ждет от вас ваша аудитория и чем вы можете помочь своим клиентам или подписчикам или заинтересованным лицам, то есть вашей целевой аудитории. Вот эти основные три вопроса, хотя их очень много, мы на отдельной пиар-консультации, базовой пиар-консультации по определению целевой аудитории разбираем очень много вопросов. Но вот здесь я вам говорю те, без которых вообще никуда не пойти. То есть для кого, что ждёт, ждут от вас люди и чем вы можете им помочь. Это три вопроса, на которые вы точно должны иметь ответы. Третье ⁇ это конкуренты. Знание своих конкурентов ⁇ это обязательный шаг. И здесь вам нужно изучать, начать изучать хотя бы своих прямых конкурентов, потому что у нас есть всегда прямые и косвенные конкуренты. Проверяйте, какой контент выставлен у них, вообще какие у них каналы коммуникации, где они располагают свою информацию. Посмотрите, чем они лучше. Посмотрите, что вы можете включить в свой контент, чего нет у них. И вообще отмечайте, какие у них слабые стороны, какие у них сильные стороны. И даже если у вас, а я уверена, что практически у всех есть такой контент, который все конкуренты будут о нем говорить. Ну, например, у вас есть один и тот же товар, и вам все равно нужно о нем всем говорить. Если вы будете копировать кого-то или говорить одно и то же, то здесь вы уникальными не будете. И вам бороться за клиентов из одной ниши будет очень тяжело. Поэтому здесь вы должны уже подумать и посмотреть, как вам доносить информацию об одном и том же. Об одном, об одном и том же товаре, об одном и той же услуге. То есть вы можете подать по-другому, вы можете рассказать по-другому, более расширенно, более интересно, более неформально. И э, таким образом вы уже будете привлекать к себе больше внимания. Для еще одной помощи у вас может быть э, такой рабочий документ. Это называется интеллект-карта. Она составляется, ну, можно так сказать, наверное, для упорядочивания ваших мыслей и для вашей наглядности. То есть, если вы любите работать с визуальными картинками, тогда вам такой документ очень сильно поможет. Как она выглядит? Это визуализация ваших представлений и фокусировка ваших идей. То есть она может быть как онлайн, есть различные программы, которые, с помощью которых вы можете составлять такие интеллект-карты. Вы можете сделать это офлайн. Поставьте лист ватмана, поставьте как, любую доску перед собой, где вы можете или рисовать, или же крепить различные тексты, картинки, диаграммы, другие данные. Но э, смысл в чем? Вам нужно в самый центр поставить сначала свою главную идею или главную цель. Разместите в виде текста, в виде картинки, как угодно. И вот именно от нее вы уже будете делать разные направления. То есть, если мы говорим с вами про контент, значит это могут быть разные тематики. Вы размещаете разные тематики вокруг вашей цели, вокруг вашей этой идеи и Выводите да, стрелочками, что от э, идеи идут такие тематики. Потом вы увидите, что каждая тематика, она у вас точно так же будет разбиваться еще на другой контент. И вот таким образом, такой э, сеткой, можно так сказать, визуальной сеткой, вы будете лучше видеть, более наглядно понимать, что вы хотите развивать больше в своем контенте. Это будет вам помогать составлять ваш контент-план. То есть интеллект-карта, она не заменяет контент-план, потому что здесь мы говорим с вами про визуальное составление, да, чтобы вам было больше видно, больше понятно, какой формат, какой тип, какая тематика контента у вас запланирована. А все-таки контент-план это все-таки график в первую очередь. Хотя в документе в шаблоне, который я вам предоставляю, там есть, я вам покажу, есть такой момент, когда можно немножечко визуально там себе помочь и вставлять визуальные части. Но это все равно, конечно, совсем чуть-чуть по поводу визуала, если вы привыкли вот именно работать с картинками и вам так удобнее. Значит, я не могу не остановиться еще на таком моменте. Вы сразу должны определиться, сколько дней в неделю вы сможете выпускать свой контент. И вот тут обратите внимание, не сколько вы хотите выпускать, а сколько вы реально сможете его выпускать. Потому что если у вас, например, Суббота, воскресенье ⁇ это выходные дни, и вы никак не сможете заниматься своим контентом. Значит, как бы вы не хотели публикации выставлять в эти дни, вы все равно это делать не будете. Поэтому планировать на выходные его не нужно. Если у вас нет команды дополнительной и если у вас нет отложенного контента. И то, даже если вы... Просто хотите себе сделать выходной, я рекомендую не, не ничего не планировать в этот день, потому что вам все равно нужно будет пойти проверить команду, или же вам нужно будет проверить эту отложенную публикацию, не было ли какого-то там сбоя. И поверьте, это очень засасывает, как всегда, и вы все равно там час-два уже отвлекаетесь все равно на свои рабочие моменты, поэтому если у вас выходной или если у вас день, который вы намеренно себе решили не трогать контент, не работать с контентом, поэтому не пишите, не планируйте такие дни. Работайте более с реальными сроками, более с реальным количеством дней, которые вы можете посвятить этому. Если у вас работает команда людей, точно так же – Ставьте более реальные сроки, и люди должны точно понимать, если они работают 7 дней в неделю, значит, у них должен быть такой график. Это нужно проговаривать сразу, а не так, что где-то уже в процессе работы вы к этому приходите, и кто-то потом начинает вот эти нюансы уже поднимать. Значит, здесь мы с вами, я думаю, вам понятно, что сразу вы определяетесь. Сколько вы можете. Далее, сколько постов в день? Обычно рекомендуется, когда, особенно, вы только начинаете публикации, или же у вас была пауза, и вам нужно нарастить этот объем, рекомендуется в среднем это от 1 до 4 постов в сутки. Но здесь нужно понимать, все-таки более индивидуальную ситуацию. Кем вы являетесь? Если вы специалист, если вы просто персона, которая хотите продвигать себя, если вы бизнес-компания, маленькая или большая, или кто вы, кто вы, да? Вот здесь нужно понимать то количество постов, которое не будет надоедать людям, да? И люди не будут от вас сразу отписываться. Потому что для одних действительно нужно будет много постов, и они будут затребованы, они будут интересны людям. Для других нужно будет воздержаться и сделать более редкий график. Поэтому здесь подумайте и посмотрите опять-таки на свою аудиторию, посмотрите, возможно, на своих конкурентов. Это тоже может вам подсказать, как у них уже налажена эта система. Далее, выбирайте сразу, какой у вас будет формат контента. Про формат мы еще с вами поговорим далее. И какая цель каждого поста или статьи на сайт, или поста, или видео в Ютубе. Здесь Данный пункт я знаю, что очень многие всегда игнорируют или вообще о нем не знают. И я вам скажу, что он является чуть ли не ключевым в вашем успехе. Потому что когда вы ставите просто любой пост, любую информацию в свой контент-план, даже когда вы уже начинаете понимать, к какому типу ваш контент относится. То есть это будет информационный, или это будет развлекательный, или это будет обучающий контент, неважно. А Тип-то вы уже поняли. Вы, допустим, можете даже определенную формулу себе вывести, что она у вас работает. Но каждый пост, каждый выпуск вашего информационного материала должен преследовать какую-то вашу четкую цель. И я всегда учу своих клиентов, что в шаблоне контент-плана мы всегда прописываем эту короткую цель. Я как ранее уже приводила пример да, о том, что на сайте люди, например, не умеют читать, мы это так называем, и вместо того, чтобы написать в мессенджеры, они постоянно звонят, хотя большими буквами уже написано, что только пишите нам. Так вот, цель многих таких постов у данных бизнесов будет такова, что этим людям нужно объяснить, донести, как и почему нужно делать заказ именно так. Разными текстами, разными форматами, это будет один и тот же посыл, один и тот же смысл поста, но у него будет важная цель, которую мы обязательно прописывать. Нам нужно научить людей делать правильный заказ. Точно так же, когда мы говорим про новости, какая цель поста, почему вы выпускаете именно эти новости, почему вы даете развлекательный контент, а почему именно такой, какая его цель. И когда вы научитесь каждый пост, вот не лениться, а действительно обращать на это внимание и правильно вот так работать с постами, вы увидите, что именно тогда у вас начнется вырисовываться вот эта правильная систематичность, логическая цепочка подачи информации. То есть не только систематический график, выпуска ваших различных постов и информационных материалов. А именно появится логическая цепочка подачи информации, потому что вы преследуете определенные цели. И когда вы видите, что а, они могут, допустим, там не стыковаться, эти цели, они могут быть, ну, допустим, вы хотите сказать про продажи, и вам нужно потом подвести про правильную доставку. Или же перед доставкой вам нужно сначала рассказать, как правильно оплатить ваш товар или услугу. То есть вы видите уже эту цепочку, вы понимаете, что до контента о доставке вам нужно рассказать об различных видах оплаты. Я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. То есть вот эти вот цели каждого поста, они очень важны. И старайтесь планировать выпуск контента равномерно чтобы, как я уже сказала, от вас все-таки не отписывались и вы не надоедали. Мы всегда говорим о том, что вот в публикациях, в контент-плане очень важна систематичность. И важно найти ваше время, когда будет удобно читать вашим подписчикам те материалы, которые вы даете. Вы это сможете определить уже с опытом. Практически Никто, я вам скажу так сразу, не знает точное время, которое будет рекомендовано именно в вашей ситуации. Потому что если вы читаете в интернете различные статьи, в которых указано, что лучше постить в такое-то, в такое-то, в такое-то время, поверьте, это люди передают вам просто свой опыт. И как это будет у вас, как это будет работать с вашей целевой аудиторией? Может, у вас вообще целевая аудитория, которая постоянно э, работает только в ночное время, и они читают все только ночью, а вы им будете все весь контент публиковать днем. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть здесь важно понимать все-таки, кому, как я уже говорила, кому вы это все... Э, предназначаете и как вообще живут эти люди. Поэтому вот здесь важно в то же время сразу не бросать. То есть если вы видите, что у вас мало еще подписчиков, что у вас мало каких-то реакций на ваш контент, не нужно расстраиваться, не нужно вообще сразу обращать на это внимание, я вам так скажу. Если вы ставите своей команде или для себя в документе, KPI, да, то есть вы хотите замерять свою эффективность, вы можете это делать, это хорошо, но относитесь к этому изначально как к проверке, как к собранию вашего опыта, что у вас происходит на первом этапе. И здесь не нужно ставить, допустим, каких-то завышенных еще задач, завышенных цифр или делать себе завышенных ожиданий. Я объясню почему. Потому что, например, в одной ситуации, я вам приведу, давайте, пример, на примерах. Вы можете выйти с каким-нибудь трендовым предложением. Вот скоро будет зима у нас сейчас. И что у нас может быть? У нас... Самое востребованное сейчас, может быть, это дрова, пилеты, буржуйки, обогреватели. То есть это горячая тема. И люди, которые будут выходить или с нуля, создавать социальные сети или сайты или какие-нибудь каналы коммуникации с таким предложением, или же продолжать свой бизнес с подобными предложениями, конечно, они будут сейчас в топе. Потому что... Это горячее предложение, люди будут интересоваться, люди будут подписываться, и у них будет, возможно, будем говорить так, возможно, больше сейчас востребованного внимания, а к тому, что будут рассказывать и предлагать. Есть другая тема, которая вроде бы сегодня тоже, она уже интересная, она для многих, можно сказать, тоже востребована, но не так еще обширно все понимают, что это такое. Я приведу, к примеру, это вот тема метавселенных. Да, все слышат, да, об этом говорят, кто-то уже этому учится, кто-то еще только интересуется, кто-то э, подпишется, будет читать, наблюдать, но еще не особо интересоваться. Поэтому вот здесь нужно понимать все-таки, с какой темой вы выходите, насколько вы сейчас с горячим предложением, или как специалист, или как интересная персона, или если мы говорим про персональный пиар, или же как бизнес. Вот здесь нужно четко понимать, что у вас, у всех может быть совершенно разная реакция на тот контент, который вы публикуете. И разные Время для собрания подписчиков и э, разное время для собрания реакций тех же. Поэтому на, на первых порах, на первых месяцах вы не обращаете на это внимание, просто работайте, работайте по своему составленному контент-плану. И еще один важный момент э, о вашей команде. Если у вас... Ваши социальные сети или другие каналы коммуникации ведут люди. И очень важно, чтобы у них был доступ к вашему SMM-плану и контент-плану, который вы составляете. Такие документы лучше всего загружать на, или же на Google Диск, или же загружать такие документы в ваше облачное хранилище или на корпоративный сервер. Вот. Но самое главное, чтобы этот документ был не у одного человека, если у вас работает целая команда, плюс ко всему договоритесь все-таки кто и как у вас будет генерировать идеи для контента, Как вы будете их все обсуждать. то есть это один человек или эта команда все обсуждается и согласовывается между собой. Здесь должна быть договоренность. Это я вам говорю уже из опыта. Потому что э, чаще всего бывает так, что СММщик не всегда э, именно генерирует контент. Да, на него может быть возложена такая э, ответственность. Но есть и другие люди в команде, которые могут заниматься этим контентом. И бывает так, что этих людей много два-три человека или же один человек. Поэтому вот здесь... Так как работает команда, очень важно все-таки договориться на самом старте, на самом этапе первоначальном. Или же особенно, если именно вы будете придумывать этот контент, а вот ваша команда уже дальше -то им заниматься и распространять его, здесь точно так же вы сразу оговариваете, что генерацией контента занимаетесь вы, а вот остальные люди уже тогда его распространением. Потому что обычно на таком этапе всегда через время выявляются вот такие ошибки именно в организационном процессе. Поэтому я вам уже говорю это а, на самом начальном этапе, чтобы вы обращали на это внимание.